Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Самая трудная рабочая неделя, первая в этом году, подошла к концу. Настало время подумать о хорошем отдыхе. Давайте вместе составим культурную программу на грядущие выходные прямо сейчас. 14 января в библиотеке имени Надежды Крупской состоится очередная встреча в рамках цикла литературных прогулок по Самаре «Мои 6 рукопожатий». Ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин приглашает всех желающих совершить прогулку в одну из его прошлых книг «Крупным планом телевидения и не только». Автор поделится подробностями о работе телеведущего, а также представит свою книгу-экскурсию по Самаре. В авторском исполнении также прозвучат несколько глав из книги о том, как снимался и снимается проект «Город. История. События». Начало встречи в 18:00. Не пропустите! Театр «Камерная сцена» приглашает зрителей на свои спектакли. 19 января в 18:30 бессмертная пьеса Фанвизина «Недоросль». Спектакль, где театр смеется как над знакомыми каждому простаковыми и скотининами, так и над прекраснодушными персонажами, которые верят, что наши проблемы легко решить. Сатира здесь будет соседствовать с доброй улыбкой, словом о России с любовью. 20 января. Танцплощадка 1945. Спектакль-концерт с атмосферой летнего вечера 1945 года. Красочный и оптимистичный. Начало в 18:30. 21 января. Алабин. Паралич сердца. В 2024 году исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося общественного деятеля, бывшего городского главы Самары, ее почетного гражданина Петра Владимировича Алабина. Эта пьеса не скучный перечень его заслуг, а вполне детективная история, которая будет интересна не только жителям Самары. 22 января – 20 минут с ангелом. Спектакль по мотивам самой ранней пьесы Александра Вампилова. Сам драматург обозначил ее жанр как анекдот. Перенестись из 21 века в 60-е годы века 20-го и посмотреть на приключения героев можно будет в 18:00. Выходные запомнятся надолго, если вы научитесь делать что-то новое своими руками. В субботу, 14 января, в детской картинной галерее пройдет мастер-класс для взрослых по созданию авторской игрушки из ваты. Под руководством опытного художника вы изучите весь процесс изготовления. От каркаса до росписи и сможете забрать домой памятный сувенир или приятный подарок для близких. Начало мастер-класса в 10:00. Подробности вы можете узнать в группе детской картинной галереи ВКонтакте. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.